теперь надо решить, какие черные кроссовки купить или... Вот так и ходи, вот. Все нормальные ребята ходят так. Какие эти кроссовки? Я сегодня куплю только, допустим, 5 вещей. И все, и 5 вещей. Я свободна. Я никогда не беру больше, чем оговариваю заранее. Чем 5 мешков. Вещей. А я когда иду в магазин, я вообще не собираюсь покупать одежду. Life is my life. Я опять что-то не так сказала по-быстрому. Да я уже забыл, ты очень хорошо сказал. Сашка? Привет. Ты вернулся со школы? Угу. Что у тебя в руках? Ластик. От PlayStation. Вот так. Молодец. Ты хотел чего сказать, нет? Просто поприветствоваться? Просто привет. Сашка хотел сказать привет. В общем, сегодня у нас вот такая куча одежды, которая стоит $47. Не совсем одежда. Для меня одежда это... Ну, это одежда, а это не одежда. А это спортивная одежда. А, ну, и купальная. В общем, тут получается 8 вещей за $47. Ну, и сейчас мы вам все это покажем и расскажем, потому что, когда мы покупали это в магазине, играла музыка, и наверняка сейчас вы уже посмотрели и ничего там не услышали, только увидели. Mm-hmm. Вот, сейчас главный эксперт и ассист по магазинам сделает доклад. Речь вообще о тебе шла, ты там смотрела. Давай. Так, начинаем, так сказать... С шортиков. С прибамбасов женско-детских. Да. Мы купили Катаринке вот такие шортики. Давай я уберу майки, чтобы на столе было видно. Мы купили Катаринке вот такие шортики. Мне понравилось, мне нравится качество. У меня этой фирмы лосинки есть и маечка. Вот, я в них спортом занимаюсь. А Катаринке это мы купили не для, скажем, занятий спортом, а для ее плавания. Бассейна. Да, потому что купальник такой, скажем, ну как просто трусики, она не хочет и... Ну и в общем, скажем, они не сильно распространены. Они продаются, они есть. Нет, ну подожди, девушки же купаются. Ну в бассейнах в основном все в шортиках. Да. Вот мы были сейчас на отдыхе, там преобладали шортики, но купальников процентов 10 от силы. Ну да. А то может и меньше. Вот, в общем, вот такие шортики. И стоит у нее есть черненькая такая маечка, как для купания. И это будет как костюмчик смотреть. Маечка. Стоят они $4.99. Да, а были? Сереж, ну здесь $9.99, но это у них они были. Короче, их первая цена была. Да. У них. Здесь. Сейчас я попробую. Но я как-то неаккуратно порвала. $22. $22? Ну вот, здесь смотри, все перевернули. Вот я тут порвала $22. Ну, я еще раз говорю, почему мне сразу они глянулись? Потому что я знаю эту фирму. Они у меня уже и лосины, и маечки спортивные. Короче, они плотные, эластичные, как можно сказать, ластиковые такие, да, гладенькие, шелковые. Какие-то. И они не тонкие, вот такие, которые, ну, вот же бывают такие. Они плотнее купальника. Да. Намного. Мне нравится такое. Да. Вот. Следующее. Лот. Следующий лот. Спортивная бра. Просто улет. Вот мне он очень понравился. Это я купил для дочи. Мне нравится, что здесь такая резинка широкая, что она не будет надавливать. Мне нравится, что он такой как хэбэшный, потому что в основном это вся вот это вот ластик, а вот это вот как хэбэшечка. Стоят они в магазине, стоили... Не. Давай зажигалочки погреем. $28 он стоил в магазине, я не знаю, будет видно или нет. Но это 20... Возможно, будет. Нет, не видно. Ну, короче, верьте на слово. Ну, $28. Стоил 28, а здесь мы купили за? $3.99. И, в общем, мы спрашивали... Красивенький. Что мы спрашивали, расскажи. Я спросила, что я немного сомневалась. Я вот в этом размере сомневалась. И говорю, что я для дочери покупаю. Могу ли я потом... Вот, кстати, фирма какая. Могу ли я вернуть или обменять на другой размер? Если что, она сказала, что все нижнее белье в этом магазине – это финальная распродажа. Уже... А то, что на финальной распродаже обменять нельзя. Шортики, там, допустим, Сережины майки, если он передумает, мы можем в течение там 15 или 30 дней с чеком вернуть. Это мы не можем. Ну, я буду надеяться, что подойдет. И, в принципе, что я вижу, что... Ну, главное, чтобы еще и понравилось. Понравилось. Так. Понравится. Третий лот. Просто улет.
Но вот этот вот уже другого качества. Это уже не... Ну, а здесь это вот просвечивается 30 долларов, что его нормальная цена... Стоил 30? Он стоил... Ну, вот ты видишь, там 30 просвечивается. Ну, видно? Через телефон, наверное. Давай я погрею. Ой, ну я отец погрею. Нет, не... подожди. Нет. С другой стороны, ну... так не снимется. Да у тебя снимается. Не снимется. Блин, офигеть можно. 30, вот, 30 долларов он стоил. А магазин стоит, где он стоил 30 долларов? Нету? Нет, здесь не написано. А вот смотрите, кстати, написано «спортбра». То есть то, о чем мы говорили. То есть как бы, ну, вот это вот лифчика майка называется «спортбра». Ты вывел новый подвид нижнего белья. Да. В общем, мы купили за 3,99. До этого оно стоило в этом магазине 7,99. Тоже оно плотненькое. Ну и оно менее хэбэшное. Ну, ближе к трусикам. Да. Что-то между. Ну, она что-то подобное носит, ей в принципе нравится. Я вот только не уверена в этом розовом цвете, я боюсь, что ей может не понравиться. Зайка, ну она сейчас еще носит, еще успеет она розовый поносить. Будет Барби работать. Ну, в общем, схема та же. Тоже да, он стоил 30, он точно такой, да, просто цвет другой. Это та же фирма, все, но только... Да ладно, уже не томи, что ты там прячешь за зайчиком? Кот. Что, а? Ну, это зай, я себе купила. Красивая вещь, что не показать людям? Давай и узнаем, сколько стоило. Здесь не видно, сколько она. Давай погреем. Дай, подожди, я остановлю. Получилось, цену не нашли оригинальную, да? 3,99 и... И вот, ну, такая вот такой высота. Вот обычный, давай твои майки смотреть. Ну что сразу мои майки? Что, все, три моих майки осталось? Да. Все, лоты закончились, значит... начались мегалоты. Папины майки. В общем, это та музыка, которую я всегда любил и люблю. И, конечно, в Беларуси в свое время, когда я этим рьяно занимался... Такого не достать было. Сейчас я думаю, что это есть. В Беларуси тоже, по крайней мере, как-то через интернет, наверное, можно купить. И, в общем-то, это можно было покупать сразу по приезду сюда. И этого везде хватает, и навалом, и очень много. Но дело в том, что я как-то решил, не буду носить черное, потому что у нас все время солнце. Но сегодня я не устоял и сделал себе три майки. Давай показывать. Она в этом магазине из Сирса пришла. В этот магазин, да. Она пришла из Сирса. Короче, в Сирс она стоила 14,99, здесь она 6,99. И, ну, в общем, это хорошего качества майка. У нее, видите, как горлышко сделано. Вот эта вот строчка. Кто разбирается, кто покупал такие майки, он поймет, что она не будет портиться. И, в общем, вот эта вот надпись вся говорит о том, что это... Не фальшивка, сделанная в Польше. Ага, она в Гондурасе сделана. Ну, в Гондурасе, понимаешь. Это не в Польше, да? Это не в Польше, да. Следующая майка, быстрее хвастайся. Трищ, Металлика. Тоже такая вот классная. Вот, там тоже у нее, кстати, оригинальный этот самый написан. Ну, в общем, я думаю... 5,99. Да. 5,99. Я не знаю, сколько она до этого стоила. Здесь оборван оригинальный ценник. Я думаю, она тоже стоила больше, чем 15 долларов, скорее всего. Потому что, ну, в магазинах такие майки дорого стоят. И вот такая. Вот такая Металлика. Она прямо двухсторонняя получилась. Я сразу даже и не увидел. Она тоже 5,99. Угу. Тоже у нее хорошее горлышко. Ну, там цена не знаю. Ну, я попробую отклеить. Надо, наверное, тоже греть. 34 доллара. 34 доллара. Твою японскую аппаратуру. А мы купили за 5,99. Угу. Вот такие вот. Да, я картинку здесь покажу. Покажешь сейчас, Лядин. Да, я должен увидеть эту цену. 34, всем показать. Где она? Сейчас резкость наведем на телефоне. Вот так вот. Ну, в общем, я, честно говоря, пока не знаю... Блин, почему резкость опять теряется? Вот, сзади. Как я буду носить, я как-то уже привык к белым майкам. Сегодня к оригинальным на собрание майкам. В новую школу пойдешь в новой майке. Ты думаешь? Может, я лучше в своей оригинальной американской пойду? Нет, придешь. Ну, в общем, моя коллекция из 3-4 майк
справилась сегодня на три майки, на 100% увеличил гардероб. Сейчас я буду мерить. Ну, у нас вообще дома самый большой гардероб у меня. Следующий, как вы думаете, у кого? Вы думаете, у дочи? Так вот, нет. У нас еще шмоточник Антон. Но он шмоточник не потому, что он покупает, а потому что так получилось, что его размер, что он наполняется, что больше попадают майки, нет, которые он любит. Да, получается так, что я знаю, что Антоша любит всех героев Марвел. И Антон их любит все время. И ты идешь просто покупаешь. О, Бэтмен. Не Бэтмен, как его? Человек-паук. Человек-паук, Тор. Железный. Железный человек. Ант-мен. Ант-мен. Халк. Доча у нас очень так меняет пристрастие. Мы то любим пандочек милых. То волк. То, блин, еще какая штука. А Саше надо как-то очень персонально с ним решать, что он хочет. Вот. Поэтому я наполняю Антошин гардероб. Я мамин. А мама сегодня подарила мне три майки. Да-да-да. Аванс. Ну что, давай я буду мерить. Давай, скорее. Давай. Лот номер один. Да. Ну вот, главное, чтобы тебя это не разобрали. Ну хватит уже, давай второй покажем. Ну красавчик у меня. Лот номер два. Вот такое ощущение, лот говорят, когда продают, чтобы ты чё... Так я ж продаю. Делайте заказы. Отличные майки. Я не знаю, блин, 5 лет я не покупал, смотрел на них, но сегодня не удержался. А повернись, а там есть что-нибудь? А там нет. Там, знаешь, Зайка, как будто бы не очень опытная хозяйка с отбеливателем, как будто твою майку. Ну, в общем, она такая, типа, да, типа, вот, можно ходить краситься. Короче, скорее всего, его я так и постираю. В общем, мне теперь надо решить, какие черные кроссовки купить или... Ну, вот ты сейчас... Как нормально? Вот так и ходи, кот. Все нормальные ребята ходят так. Какие эти кроссовки? Ну, давай, лот номер три. Опа! Дрищ! Ну, хорошая, мне нравится. Дрищ. Ну, в общем, честно говоря, хорошо, что было в этой теме только три майки. Потому что что-то меня сегодня штырило, и я мог, блин, купить больше. Нет, там было еще Rolling Stones майка, такая вот с языком в американских этих самых. Ну, а еще какую-то мы смотрели. И Guns N' Roses. Угу. Вот. Но Rolling Stones я так себе туда-сюда, я его слушаю, но и язык мне этот нравится. Ну, как-то вот она мне не легла. А Guns N' Roses это немножко не моя. Поэтому хорошо, что не было больше Металлики, не было Слэйра, Каннибал Корпс, Дэс и всей этой команды. Иначе бы мы, наверное, кредитку там оставили точно. Все, вы были на канале. А что-то все, я вот не такая, котик. А я, знаете... Давай я тебе запишу это. А я не такая, меня в магазине не несет. Даже вот если в магазине много вещей, которые мне нравятся, мы когда идем в магазин, я все время у Сережки говорю, Сережа говорит, ну вот я сегодня куплю только, допустим, 5 вещей, и все, и 5 вещей, и я свободна. Я никогда не беру больше, чем оговариваю заранее. Чем 5 мешков? Вещей нет. Ну, Зай, ну всегда же я говорю, что я, допустим, сегодня 10 вещей покупаю, завтра там 5. Послезавтра. Нет, ну когда я иду в магазин, я всегда перед собой ограничу. Ставлю четкие грани. А я, когда иду в магазин, я вообще не собираюсь покупать одежду. Поэтому у меня до сих пор было... Ну вот сколько, вот считаем, одна американская майка. Их две, потом две других американских. Пару вот этих калифорнийских. Ну, в общем, вот так штук. А рабочие, котенька? Ну, что рабочие. Рабочие, майки? Это рабочие. То есть у меня несколько видов майок, меньше 10. То есть если все майки взять по подвидам, то их меньше 10, но их может быть по 2, рабочих по 6. Ну вот такой вот маленький дресс-влог. Что-то меня штырило сегодня от этих покупок. Вы были на канале. Наша жизнь в Америке. New Life, It's My Life. Сашка молодец, он там везде успевает. И в приставку успевает поиграть, и нам успевает рассказать. Саш, где ты там? Я тут. Ты там? Я. Молодец, красавчик. Все, всем хорошего настроения, хороших покупок. Чтобы вы всегда могли вот так вот зайти и безбашенно купить себе все три майки в магазине. У тебя теперь есть все, ты как я тут говорю, я собрал все две или сколько марок. Все марки в мире. Как этот мультик назывался? Снумрики. Не, мумитроли какие-то или...
Ну, в общем, кто вспомнит, кстати. Ну, это старый... Ну... Да, старый советский мультик. И он в каких-то мрачных сценах. С такими вот они носиками все были. Ну, метро. Смурфики. Не смурфики. Смурфики, это нет, синенькие. Это, да. Кто помнит этот мультик, ставьте лайк, пишите название. Не забывайте поставить колокольчик. А мы побежали собираться. У нас сегодня очень-очень ответственный вечер. Мы идем первый раз на такой, типа, родительский митинг. Мы будем встречаться с руководством школы. Middle. Jefferson School. Да. Это middle school. По-русски говоря, Антоша средняя идет в школа. Шестой класс. Вот. Шестой, седьмой и восьмой. Угу. Я немножко, конечно, волнуюсь, потому что... Я пойду в маленький. Я не волнуюсь. Я на старт. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Пока-пока. До свидания. Bye-bye.